Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Вместе против терроризма. Самарцы соболезнуют питерцам, пострадавшим в теракте 3 апреля. Бульвар Челюскинцев продолжит благоустраивать. Глава Самары проинспектировал Октябрьский район. Мусульмане отметили Новый год Навруз, а православные готовятся встретить Пасху. Более 50 тысяч самарцев вышли на площадь Куйбышева в поддержку петербуржцев, которые пострадали от взрыва в метро 3 апреля. Общественная акция «Вместе против терроризма» прошла во многих городах России. Трагедия, объединившая миллионы людей, не является чем-то далеким. В ней пострадал и студент из Тольятти. Несмотря на ранение, он вынес из взорванного вагона женщину с грудным ребенком. Об акции памяти в Самаре репортаж Валерии Макаровой. Более 50 тысяч человек вышли на площадь Куйбышева, чтобы сказать «нет терроризму». Так самарцы выразили свое отношение к трагическим событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге 3 апреля. Это проблема, которая касается всех нас. Ну, даже это не выразить, ну, не укладывается в голове даже, что такое может быть. Пришли мы сюда, чтобы поддержать, что мы за мир, что мы против террора, чтобы мы жили в спокойствии. И наши дети, чтобы мы не знали, что это такое. Ну, конечно, это для всех большое горе. Вот. И поэтому все сейчас собираемся вот на площади выразить свое соболезнование. И сейчас мы собрались здесь, чтобы выразить соболезнования всем тем погибшим людям, абсолютно ни в чем не повинным. Я считаю, что каждый человек должен выражать активную свою гражданскую позицию. Общая беда объединила людей разного возраста, разных профессий и религий. На сцену выходили почетные граждане Самары, ветераны, представители общественных организаций, деятели культуры. Я не очевидец, но мне рассказывает моя дочь, мой сын о том, как сплотились люди, сколько людей пришло на площадь технологического института, как помогали друг другу таксисты, бесплатно возили. Вот это, мне кажется, пример нашей солидарности. При взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадал и наш земляк, 18-летний тольяттинец Михаил Вепринцев. Сейчас он находится в больнице. Отец молодого человека также пришел на площадь Куйбышева и был поражен количеством людей, которые сочувствуют его беде. Сломить нас многие хотели, не сломили. И не будет этого никогда. Так что, дорогие граждане, земляки, самарцы, спасибо вам большое и низкий поклон вам. Семье Вепринцевых по поручению главы региона будет оказана материальная помощь. Губернатор и сам был среди тысяч людей на митинге. Главное сплотиться, быть вместе. И мы только тогда сможем добиться успеха, добиться побед и добиться и уважения к себе, и в итоге великой страны и хорошей жизни. Такие акции прошли по всей стране, как дань памяти погибшим при теракте в питерском метро 3 апреля. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События». Бульвар Челюскинцев в Самаре продолжит благоустраивать. В прошлом году в порядок привели одну сторону улицы, этим летом незаконную торговлю закроют и на втором тротуаре. Изменения на бульваре – только начало. Жители соседних домов стремятся приводить в порядок и свои дворы. Об этом горожане рассказали главе Самары. С проверкой он проехал по Октябрьскому району. Что раскритиковал Олег Фурсов, знает Марина Кравцова. Год назад пройти по улице Челюскинцев было сложно. Участок от проспекта Ленина до Новосадовой был покрыт торговыми развалами. На нелегальную торговлю и грязь от лотков жаловались жители ближайших домов. Сегодня картина иная. По правую сторону улицы благоустроенный новый тротуар с лавочками и клумбами. Вот эту территорию в прошлом году за деньги районного совета мы ее благоустроили. Здесь будет большая клумба. Я думаю, одна из самых красивых, которая на этой территории. Теперь задача – очистить от лотков и киосков и вторую сторону улицы. Жителей беспокоит и торговля с автомобилей, как и сами грузовые машины, припаркованные прямо во дворах, рассказали активисты главе Самары Олегу Фурсову. Вот у нас вот эти вот две машины. Да, бесхозные. Вот это, здесь организована незаконная торговля. Бесхозные. Они просто превращены у нас в склады. То есть они всю зиму стоят, а если вы увидите, то там не чистится дорога, потому как невозможно просто это сделать. Просим, пожалуйста, убрать. А там наверху еще вот одна машина стоит. С
собственников автомобилей разыщут вместе с полицией, чтобы убрать сомнительные передвижные торговые точки. А весной в приоритете вопрос благоустройства. Горожане готовы помочь с уборкой своих дворов и озеленением. Интересуются, будут ли бесплатные саженцы. По кустарникам сейчас нужно сделать заявку в управляющую компанию. Эта заявка будет аккумулироваться в районе, и они будут информировать нас. 3000 деревьев кустарников мы готовы отдать на апрель. В этом году к весенней уборке новый подход. Дворы, где люди проявили наибольшую активность, будут благоустраивать. Персональные поощрения в виде билетов на концерты и выставки, дисконтных карт на скидки в магазинах получат и самые усердные горожане. К преображению Самары подключились и коммерческие компании, рассказал Олег Фурсов. В этом году строительные компании в рамках субботника сказали нам, давайте мы деревянные дома в старой части города сами покрасим. Вот это очень важное изменение в нашем городе. Их надо, конечно, поддерживать всем нам. Если мы выйдем на субботник, работа найдется всем, и мы потом такое удовлетворение с вами получим, что вот город меняется. Это очень, очень важно. Проблемные точки Октябрьского района как на ладони во время объезда. Маршрут выбрали не парадный. Проезжают и по небольшим улицам Ярошевского, Потапова, Гаражная, Лукачева. Здесь и большинство замечаний. И особое внимание обратить на подбор мусора, обрезку деревьев, состояние рекламных конструкций и остановок, поручает глава города. И рекламные конструкции тоже надо помечать. Вон обклеены они. Была практика, когда обматывали рабицы и столбы, и основания рекламных конструкций, может вернуться, есть смысл. Уже можно приступать и к покраске ограждений. В порядок необходимо привести и заборы. Тут предстоит поработать с хозяевами частных домов. Замечания, выявленные во время объезда, районным властям и муниципальным предприятиям поручено устранить в кратчайшие сроки. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Утро понедельника у некоторых самарцев началось не с кофе и даже не с учебы. Студенты вышли на уборку. Вместе с активистами движения «Чистый город» молодежь приводила в порядок сквер Фадеева на проспекте Ленина. Это генеральная уборка, одна из многих, которые проходят сейчас по всей Самаре. Впереди общегородской субботник 22 апреля. Как приводили в порядок сквер в Октябрьском районе, расскажет Олеся Корецкая. Понедельник – день веселый. Студенты 8 самарских вузов приводят в порядок сквер Фадеева. Для многих из них место знакомое и любимое. Согреваем мусор. Не холодно? Да нет, нормально. Свежо. Это же все для нашего, ну, для нашего здоровья, для нашего блага. Мы делаем это все для себя, чтобы тут нам было приятно гулять, отдыхать. Студентов пригласили активисты движения «Чистый город» и молодежного парламента. Субботники проходят по всему городу. В каждом районе работают по 200-300 человек. Ворошат снег, разбивают лед, собирают прошлогодние листья и мусор. Приводят в порядок все скверы, парки и площади. Это те места, где в дальнейшем, когда наступит еще более теплая, замечательная погода, когда наступят каникулы, молодежь будет проводить время, отдыхать, гулять, играть в футбол и заниматься другими видами спорта. Авангард молодежи, который состоит в молодежном парламенте, прекрасно понимают, что они должны показывать пример всем молодым жителям и просто жителям районов города, что они должны участвовать в благоустройстве, и там, где они уберутся, они уже 100% не будут мусорить, и их друзья будут поступать так же. Умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе и общение с друзьями – такая работа студентам по душе. Тем более, что в этом году девиз всех субботников – «Поработал – отдохни». В конце апреля все участники уборки получат подарки и сувениры. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Далее коротко о других событиях дня. На участке автодороги М5 «Урал» на Оренбургском направлении произошел размыв и проседание дорожного полотна. Трасса перекрыта сотрудниками ГИБДД. Организован объездной путь по дороге «Богатая Самара-Оренбург» протяженностью 72 километра. На месте происшествия работает аварийно-ремонтная бригада, производится отсыпка грунта. Кроме того, отмечен подъем воды в реках Малый Кинель и Большой Иргиз. Есть подтопление низководных мостов. Эвакуация населения не требуется, сообщает региональный МЧС. Из-за ремонта Южного моста в Самаре запустят дополнительные электрички. Поезда начнут ходить со вторника 11 апреля. Первая электричка отправится по маршруту Мирная Самара-Новокуйбышевская в 6:40. От станции Мирная она поедет в 12:01 и в 17:05. В Самаре она будет в 12:26 и в 17:30. Везде указано московское время. Кстати, с 15 апреля по средам, пятницам, субботам и воскресеньям назначаются дополнительные пригородные поезда в Самарский аэропорт. Из Самары электричка будет выезжать в 6:04, а прибывать в Курумыч в 7:34. А в обратном направлении поезд будет отправляться в 11:12. На этой неделе в Самаре будут отключать в домах холодную и горячую воду. Это связано с тем, что с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. Воды не будет в разные промежутки времени. Самое длительное отключение должно занять до 12 часов.
Также на Самарской безымянный ТЭЦ, а также на центральной отопительной котельной проведут температурные испытания, и потому горячей воды не будет в нескольких районах Самары. В частности, это коснется улиц Карла Маркса, Ракитовского и Зубчининского шоссе, Меликесской, Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Новосадовой и Старозагоры. В Самарской области задержаны фальшивомонетчики. В одном из торговых центров Тольятти четверо мужчин пытались расплачиваться поддельными 5000-ми купюрами. Оперативники изъяли у них 37 фальшивых банкнот такого достоинства. Кроме того, у одного из задержанных нашли травматический пистолет. Как установили полицейские, злоумышленники сбывали фальшивые деньги в торговых точках, не оборудованных специальными приборами для установления их подлинности, покупая товар на незначительные суммы на продовольственных и хозяйственных рынках. В Самарской области в ближайшие дни сохранится сухая теплая погода. В понедельник, 10 апреля, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит 5-10 градусов тепла. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 12 градусов, а в среду до 13. При этом ночью температура сохранит положительные значения. У православных началась Страстная неделя. Она завершает Великий пост и предшествует празднованию Пасхи. Каждый день Страстной Седмицы носит название «Великий» и имеет особое значение. Это время самого строгого поста. Начинается оно после вербного воскресения. Марина Кравцова узнала, как в Самаре верующие отметили этот праздник. С раннего утра во все храмы Самары православные верующие несли небольшие букетики из веток вербы. Именно их принято освящать за неделю до Пасхи в праздник входа Господня в Иерусалим. Пушистые ветки вербы стали символом праздника. Согласно Евангелию, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, люди клали на землю перед ним пальмовые ветви. Поскольку в России в это время года все деревья стоят еще без листьев, и только на вербе уже распустились почки, праздник получил народное название «Вербное воскресенье». У православных верующих принято освященные в церкви ветки хранить дома весь год. Считается, что они приносят здоровье. Тем, кто соблюдает Великий пост, разрешается в этот день есть рыбу и растительное масло. Существуют также старинные обычаи – слегка ударять пучками вербы себя и родственников. Это должно избавить от болезней. Вот я дочке посвятила и себе посвятила вербочку. А вот сейчас домой приду, вербочкой я себя все обобью, верба хлёст, бей до слез. Все и головку, и сердечко, чтобы все было здоровое. Впереди самая строгая неделя поста и подготовка к одному из главных церковных праздников – Пасхе. Последнюю эту неделю, конечно, нужно пост держать. Строго эта неделя. Четверг, естественно, уборка квартиры, а там выпечка, печь, куличи, красить яйца. А в старину на Руси этот день также олицетворял пробуждение природы от зимы. С вербным воскресеньем связаны и народные приметы. Так солнечная погода обещает теплое лето и богатый урожай. Марина Кравцова, Максим Гусев, события. Самые древние и вечно молодые мусульмане отметили Навруз. Праздник Нового дня и Нового года каждый год собирает представителей самых разных национальностей. Навруз традиционно отмечают татары, казахи, туркмены, таджики и азербайджанцы. Но в последние годы в Самарской области национальные праздники становятся межнациональными. Навруз Байрам – Новый год и день весеннего равноденствия. Его встречают с песнями, танцами, чтобы год был удачным. Проводят символический обряд, история которого идет из Древней Персии. Я вам единственное желаю здоровья, процветания. И дай Бог, чтобы счастье стало вечным спутником вашей жизни. Самарский Навруз или Наурыз – яркий и межнациональный. По приглашению Дома дружбы народов и Союза народов Самарской области в сквере Родины собрались представители многих национальностей, а их в регионе больше 150. Этот праздник носит яркое, объединяющее, консолидирующее начало. Он объединяет людей на основе культуры, на основе вечных ценностей. Для решения тех задач, которые ставят перед нами время. Из года в год все больше у нас народа, жителей Самары приходят на праздник. Он межнациональный, это праздник весны, встреча Нового года. Гости развлекаются, меряются силами на спортивной площадке, покупают татарские сладости, отдыхают в узбекской чайхане. Работает больше десятка выставок декоративно-прикладного искусства, где можно познакомиться с культурой разных народов. В этот день мы накрываем столы, готовим традиционные блюда. Национальные. Ходим друг другу в гости, желаем добра, счастья. У нас на Наурузе обычно делается сумаляк. Это как бы обычно наше блюдо из муки, из зерна делается. То есть
национально тоже считается, как бы. Ну, я не могу объяснить, потому что я сам не умею делать. Сумаляк – солодовая халва из пророщенных зерен пшеницы с сахаром и мукой. Варится 24 часа. Но и без него участникам Навруза есть чем угоститься. Традиционные восточные лакомства расходятся быстро. С таким размахом Навруз празднуется в Самаре пятый год. И в будущем обещает объединять с собой все больше людей. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. «Рыцари шутки и репризы» в Самаре стартовал новый сезон межрегиональной лиги клуба веселых и находчивых. За звание самой смешной команды сражаются не только самарцы, но и гости из Саранска, Уральска и Омска. О веселой и находчивой молодежи репортаж Андрея Горгуленко. Войнушку в детстве играли все, а потому шутки о днях, когда самым тяжелым ранением был камешек в сандалях, вместо денег в ходу были листья, вызывали смех у всего зала. Это и помогло команде «Твоя жизнь» из СамГТУ занять третье место в первой игре 1/8 финала. Ну что, сколько с нас? С вас 3,5 миллиона баксов! Эй, сопляк, дай ему бабки. Ого. Кленовые, обижаешь. Пересчитывать будешь? Я пока не умею. Очень долго готовились, приходили редактуры, очень тяжело, но, думаю, результат того стоил. У нас уже отложены пару номеров, потому что мы очень хотели, очень мечтали пройти дальше, и вот ура, мы сможем воплотить это в жизнь. Пока одни команды ностальгировали, другие шутили на вечные КВНовские темы. Отношения в семье, медицина, образование и российская армия. Мы напоминаем о начале весеннего призыва. В СИН России мы знаем, где отсидеться. Но больше всего реприз был на тему приближающегося чемпионата мира по футболу. Мы знаем, что в 2018 году у вас пройдет чемпионат мира по футболу. Знаете, наши казахские футболисты никогда не были так близки к чемпионату мира. Смешно шутили все 9 команд-участниц первой 1/8 финала Самарской лиги КВН. Жюри так и не смогли выбрать победителя. Сразу 3 вуза завершили игру с максимальным количеством баллов. Команда великолепная, прекрасная. Не только самарские, но и приезжие из других городов. Игра прошла на ура, на одном дыхании. Я думаю, что большое будущее у движения Самарского КВН, он развивается. Мы исторически поддержим это направление. Молодежь – это передовая часть, как раньше говорили, нашего общества. Так и сегодня есть. Все процессы происходят у молодежи быстрее и понятнее. Поэтому они отражают чаяние и веяние того, что происходит в нашем городе, в нашей стране. Теперь жюри и зрители надеются, что и вторая игра 1/8 финала, которая пройдет 13 апреля, будет не менее смешной и злободневной. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А вот какие сюжеты мои коллеги готовят к следующим выпускам событий. Поставить барьер экстремизму и терроризму. Силовые структуры Самарской области разрабатывают совместные планы действий. Где можно купить экопродукты по низким ценам? Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева переезжает. Игра в догонялки. Крылья Советов дважды сравнивали счет с пермским Амкаром в премьер-лиге. Это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.